будем обязательно. Угу. Вот. Защита уверена, что Суслов, да и другие подсудимые не совершали всех преступлений, в которых они обвиняются. И доказательств их виновности материалов дела отсутствуют. Угу. Считаем решение незаконное и необоснованное. Однозначно будем обжаловать. Мы еще не видели решение приговор суда. Как получим, будем обсуждать с защитой. Как я понимаю, по ряду статей было оправдание и по ряду из-за срока давности, да? Вот эту... Да, по некоторым эпизодам были утверждены показания в связи с течением срока давности. По 210-й создание преступного сообщества было оправдано. Еще там по одному эпизоду 150-й способности к преступлению банкротства также было оправдано.